Итак, поехали. Для того, чтобы выбрать себе тему, когда вы выбираете себе тему, важно понимать, что видосики эти у вас будут регулярно и постоянно. И надо выбирать такую тему, чтобы можно было постоянно дополнять, не сидеть и думать, блин, о чем же мне теперь это сделать, это видео, а для того, чтобы темы сами приходили, то есть, чтобы это была тема такая глубокая. Ну, например, самое-самое. Прямо целый ряд можно сделать видео. Самые редкие профессии в мире. Самое длинное слово в мире. Также можно сразу запустить челлендж, например, да, кто лучше и быстрее повторит это слово. Самая большая планета. Самый лучший день в моей жизни. Самый необычный цветок в мире. Самый там красивый, уютный, интересный город в мире. Да, можно про свой город рассказать. Или где вы, в каком городе были, чем он вам запомнился. Самое необыкновенное имя человека и так далее. Вот этого самого-самого можно набрать огромное количество вещей, чего может быть самого-самого. Понятно?